Друзья мои, всем привет! На мне снова мой любимый розовый халатик. Это говорит о том, что у нас сегодня будет очередная серия «Будни тунеядки». Что сегодня вас ждет, я пока что не знаю. Я принадлежу сама себе, поэтому куда меня занесет нелегкая, так вот сразу-то и не скажу. Наверное, нужно пойти уже одеться, потому что я, честно говоря, заколебалась от этого халата. Но он мой любимый, понимаете, это мой халат Victoria's Secret, и он такой теплый, я никак не могу его заменить ни на что. А с другой стороны, я думаю, а зачем его на что-то заменять? Ведь это вот общество потребления, что если ты уже в одной вещи два раза показалась в своем инстаграме, то ее уже нельзя показывать, это просто какой-то ужас. Ну, это ж не серьезно, ребят. Поэтому, ну вот да, это моя любимая вещь, и в буднях тунеядки я ее себе позволяю показывать. На заднем фоне у меня вообще, не поверите, что это сериал «Клон». Сериал «Клон». Вы понимаете степень моей деградации? Я никогда в жизни не смотрела сериал «Клон». Я примерно представляла, что это из себя, так вообще вот, как это выглядит. Вот, но толком сюжет я не видела. И сейчас так хорошо, без рекламных пауз, без лишних персонажей, я пытаюсь его пересмотреть. Вот. Ладно, пойдемте покажу вам наряд, потому что надоело уже, честно говоря, мне сидеть в этом розовом халате. Он меня как-то слишком сильно расслабляет. Пора уже нарядиться во что-то. Помните, раньше только на заре как-то вообще нашего блогерства была такая очень популярная рубрика «Наряд дня». Так что вот решила повторить. Давайте поподробнее разберу. На мне свитер с своеобразным воротником. Очень классный свитер Люсио. Они безумно теплые. Это полностью натуральные ткани. Это ангорка. Единственный их огромный минус, что лезут они нещадно. Вот эти вот пушинки просто кошмар. Но зато он очень теплый. Также на мне сегодня вот такая вот юбка от бренда BeFree. Я вообще очень люблю бренд BeFree. Он достаточно дешевый, и у них хорошие размеры. Я обычно всегда и во все лезу, и мне очень нравится. Также на мне, не знаю, видно здесь или нет, вот такие вот ботильоны. Они от бренда Nine West. Это мне недавно пришла буквально посылочка от бандерольки, но я об этом покажу вам попозже в видео. Очень удобные. Я себя решила... Так как я все-таки сейчас пытаюсь общаться со стилистами и пытаюсь как-то вот себя наряжать немного по-другому, постаралась уйти от черной обуви. И мне кажется, что у меня это получилось, потому что, ну, цвет действительно сложный. И я сюда решила подобрать черные колготки. Вот такие на мне колготки. Это бренд, который я открыла для себя недавно. Называется La Frey. Нашла я его в «Улыбке радуги». Пока прогревается машина, хочу поговорить с вами на такую достаточно важную тему. После свадьбы, естественно, хлынул просто шквал вопросов о детях. О том, ну когда, ну чего и так далее. Большое вам спасибо за все вопросы, за все пожелания. Хотя я искренне считаю, что такие вопросы, они все-таки очень личные. Но за ваши теплые пожелания, конечно же, большое спасибо. Это все безумно приятно. Конечно же, детей мы планируем и очень хотим. И мне кажется, что это просто огромное счастье. И мне кажется, что я морально себя подготовила к этому. И мне кажется, это вообще такой очень важный, ответственный проект семьи. Потому что, ну, какие-то такие вот вещи, это даже свадьба, это на самом деле все такие мелочи. А вот ребенок — это реально такой проект, над которым вы работали вместе. И вместе, в общем-то, этот проект потом по жизни ведете. Это очень здорово, это очень важно. И, конечно же, детей мы планируем и очень хотим. Я девушка взрослая, мне 29 лет, и поэтому к будущей беременности я отношусь уже с полной картиной мира. Я отношусь к этому очень серьезно, очень ответственно. Я считаю, что просто необходимо перед тем, как планировать детей, проверить свое здоровье всячески, и физическое, и психическое, и материальную основу жизни, конечно же, подбить, чтобы уже когда этот замечательный этап вашей жизни настанет, вы могли просто им наслаждаться, а не решать проблемы бегом по мере их поступления. Мне кажется, это очень важно и нужно. Так что у меня сейчас такой интересный период жизни, когда я активно, ну не только я, когда мы активно готовимся и надеемся, что, конечно же, скоро это все случится. Ну и так как эта тема мне сейчас довольно-таки близка, узнаю постоянно что-то новое, давайте пока болтаем, поговорим немножко о женском здоровье, потому что
Ну, о таких темах почему-то, во всяком случае, на YouTube говорить как-то не очень принято. Сразу все начинают закатывать глаза, и это что-то такое прям ой-ой-ой. Вообще, если говорить о женском здоровье, то, конечно, очень важно упомянуть такую вещь, как своевременное посещение врача. Это никто не отменял, это нужно делать обязательно. Не пытайтесь себя... Я знаю, что многие девушки испытывают какое-то неприятное ощущение от этого. Это обычно складывается из-за того, что вас врач как-то не напугал или еще что-то. Поверьте мне, сейчас медицины очень много. Она есть как платная, так и бесплатная. И бесплатные поликлиники сейчас очень активно борются за своих клиентов. Поэтому, если вам врач не нравится по каким-то... ну, просто человеческим причинам, меняйте. Конечно же, поход к гинекологу – это не поход в кино, но в целом это должно быть для вас комфортно. И это очень важно делать, потому что если даже, как вам кажется, все в порядке, иногда не все в порядке, и иногда нужно вот посмотреть именно врачебным взглядом, а не взглядом, как мы все любим, да, Google, там, подскажи, что со мной. Поэтому поход к врачу – это, естественно, первое, о чем вообще стоит говорить, упоминая такую тему, как женское здоровье. Также еще хочу сказать о витамине В9. Я сама очень многое узнала и вот хочу с вами поделиться, потому что как раз-таки мой блог, он и был про то, что я делюсь с вами чем-то таким, о чем сама узнала, да, и что является важным и серьезным. Витамин В9. Говоря о женском здоровье, вообще, ну, невозможно его не упомянуть. Витамин В9, его еще часто называют фолиевой кислотой или фолатами. Фолиевая кислота очень важна, она поддерживает наш организм в нормальном здоровом состоянии, работает и с кровеносной системой, и с иммунной системой, и способствует нормальному развитию ребенка. В общем, очень-очень важная штука. Поэтому фолиевая кислота важна и нам, как человеку в целом, так и нашему будущему ребенку. Вообще витамин В9 мы в основном получаем извне. Наш организм сам его вырабатывает, но в достаточно малом количестве. А извне мы его получаем с помощью пищи и с помощью, конечно же, витамина самого, да, который вы просто употребляете в формате таблеточек. Поэтому, я думаю, большинство девчонок, которые посещали гинеколога перед планированием беременности, отнеслись к этому вот с толкой, с расстановкой. Основное назначение гинеколога – это начать принимать фолиевую кислоту. Вот просто как пить дать. Если говорить о рационе, да, то где содержится много фолиевой кислоты, то это такие вещи, как спаржа, брокколи, шпинат, капуста, там, не знаю, всякие из фруктов, если это в основном в цитрусовых много фолиевой кислоты, печень. Ну, печень – это вообще отличный продукт, его не очень многие любят. Почему-то, потому что в основном всем в детстве не очень вкусно готовили. Вот, но есть куча рецептов блюд из печени. Это вообще вот такой продукт, он на железо влияет, на фолиевую кислоту. Супер просто. Это что касается еды. Ну, самый простой способ пополнить фолиевую кислоту, это, конечно же, принимать ее в формате таблеток. Сейчас даже есть оральная контрацепция с фолатами. Но об этом нужно спрашивать у гинеколога, потому что женский организм — это настолько тонко настроенный инструмент, что вот, пожалуйста, без самолечения, я вас умоляю. Не нужно громко вздыхать и закатывать глаза при слове «контрацепция», потому что контрацепция – это не отказ от детей, это просто разумное планирование своей жизни, взрослый подход, осознанный подход. И мне кажется, это очень-очень и очень важно, и мне даже немного жаль, что такие темы у нас не особо сильно как-то поднимаются. Но это считается каким-то таким все равно неким табу, и вот как-то это не про меня, но это важно и нужно знать. И, конечно же, здесь нужно черпать информацию не от кого-то постороннего, да, даже не от меня, а от своего врача. Доверяйте врачу, меняйте врачей. Я вообще очень вам хочу посоветовать ходить не к одному врачу, а к нескольким. Это очень полезно. Так что, девчонки, если давно не были у нашего женского врача, вот, пожалуйста, сходите и после моего видео запишитесь. Надеюсь, сделала доброе дело. Потому что дело такое, знаете, пока не приспичит, все мы такие, по себе знаю, пока не приспичит, никуда не пойдешь. Это неправильно. Нужно за собой следить и купировать все неприятные какие-то возможные вещи на начальном этапе. Поэтому, а уж при планировании беременности 100%. Ну, у всех ситуации бывают разные. У кого-то беременности долгожданные, у кого-то неожиданные. Главное, чтобы это было приятно, чтобы вы были здоровы, и ваш малышок тоже был здоров. Вот, так что поделилась с вами такой важной темой, и надеюсь, что натолкнула вас на какие-то полезные мысли. Вот,
А машина прогрелась, я так долго болтала, что здесь уже 10 машин бы прогрелось, так что поеду дальше по делам, девчонки. Меня сегодня все-таки занесло поесть что-нибудь вкусного, потому что я сегодня без толком завтрака или обеда. Мы зашли во Фрайдис. Давно здесь не были, да, сколько? Год? Меньше, полгода где-то, наверное, не были. У меня здесь всегда один стандартный набор. Это вот такой вот коктейль «Золотой медалист». Я его попробовала где-то в курсе на первом институте. Он не алкогольный, он просто как смузи из клубники и банана. Он очень вкусный. И вот если будете во Фрайдисе, то искренне рекомендую. И еще я всегда заказываю салат. Куриный барбекю, ну, сейчас вот его принесут. Ну, а Руслан стандартно берет себе всякие бургеры, и я пару кусочков оттуда обычно тоже съедаю. Наконец-то принесли мой салат, который я тоже уже ем лет 12. А Руслан решил вдарить по калориям. Ну, симпатично смотрится. Очень вкусный салат, рекомендую. Куриный барбекю называется. Ура, мы дома! Отстояла я сегодня все мыслимые и немыслимые пробки. Забрала мужа с работы, заехали, покушали во Фрайдис. Безумно захотелось чего-нибудь такого вредненького. Вот, а сейчас пришли домой, так что осталось сбросить с себя вообще текущий день, переодеться в пижамку и продолжить смотреть какие-нибудь классные сериальчики. Вообще, на самом деле, человеческая жизнь довольно-таки скучная. Ну, такая вот обыденная ее часть. Понятно, что есть люди, которые себя развлекают как могут, да, кто-то путешествует, кто-то там, не знаю, покоряет Альпы. Но если брать в целом, вот просто в целом жизнь обычных людей, то это проснулся, поел, пошел на работу, вернулся, поел, посмотрел сериальчик, поболтал с семьей, уснул, все. Вот, так что грустно это или хорошо, не знаю, с чем сравнивать. Вот, где-то нам, наверное, не хватает каких-то впечатлений. Ну, вот с животным можно пообщаться еще, например, по вечерам. Пуся, ты голодная, поэтому ты такая ласковая сейчас будешь? Да, поэтому ты будешь такая ласковая, такая хорошая. Обожаю иногда не кормить кошку нашу. Она сразу становится такой добряк просто, самый ласковый на свете. Она так к тебе прикладывается, так прям с тобой пытается пообщаться сразу. Потом ее, ну, так, не надо портить. А потом уходит куда-нибудь и спит, когда наестся. Вообще спит она в основном тоже с нами. Как вы, кстати, вообще к таким вещам относитесь? Я знаю, что многие люди прям дико раздражаются и, ну, и не разрешают животным ложиться в кровать. Ну, не знаю, я в этом плане не брезгливая, она вот, в принципе, вот ведет себя вот, вот так, но ко спящим она к нам не лезет, она спит в ногах в основном, в принципе, никого не трогает. При этом она спит довольно-таки спокойно, что даже ты переворачиваешься, она такая бум, по кровати падает куда-нибудь и дальше продолжает спать. Вот такую очаровательную красоту уже поздно-поздно вечером принес курьер, вы посмотрите. Это новый аромат от Lancôme La Vie La Belle Éclat. Вы знаете, что я огромная не поклонница данного аромата, потому что он для меня в прошлой версии был очень-очень плотный, очень насыщенный. И аромат-то сам по себе красивый, но, к сожалению, многие девочки на мой вкус не умеют им пользоваться. То есть это тот аромат, который можно наносить на себя в виде буквально одного пшика, потому что это просто вот... концентрат. Он, конечно, называется парфюм, и прошлая версия была парфюм, но это не просто парфюм, это какая-то эссенция. Это новый аромат. Это не просто, знаете, как бывает иногда, какая-то лимитированная версия, это именно новый аромат. Он, скажем так, обогащен нотами апельсина, и у него появилась... первая очень интересная нота, то есть если раньше для меня он был, ну, сразу такой густой, какой-то ванильный и вот что-то в этом духе, ну, лицо аромата по-прежнему прекрасное, просто красивущее, Джулия Робертс, которую я обожаю, то теперь в аромате, видите, мягкие, свежие, насыщенные ноты цветков апельсина, эссенция розы и жасмина. И аромат получился... на мой вкус интереснее, чем прошлая версия. Добавилась вот эта
такая апельсиново-флердоранжная какая-то нота, которая делает аромат более цветочным, не таким гурманским, как он был в первой версии, то есть такая вот прям карамель, смешанная с ванилью и с какими-то пряностями, а здесь появилось больше чего-то цветочного. Нанесла буквально один пшик, благоухает вся квартира, поэтому я очень-очень-очень-очень попробую подружиться с этим ароматом. Если нет, то у меня уже на него очередь из мамы. Мама абсолютно влюблена в этот аромат, у меня мама любит духи более такие вот действительно ванильные, плотные. Я все-таки больше по цветочным версиям. И посмотрите, какой красивый флакон новый. Он украшен вот такими вот резными гранями. Выглядит, конечно, потрясающе. Давайте еще раз вам покажу. Просто красивости, красивости. Так что, как говорится, highly recommend. Потестируйте. На мой вкус гораздо интереснее, чем первая версия. Большое спасибо Lancôme. Все, девчонки, макияж смыт. Я решила смонтировать сразу же этот влог, чтобы завтра его уже сразу выложить. Но это вообще просто реально. Нужно перестать смотреть бразильские сериалы. Они как-то делают наш речевой запас скудным. Спокойной ночи вам. Большое спасибо за просмотр. Люблю вас, целую, обнимаю. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Предлагайте темы. Может быть, есть какие-то запросы для разных рубрик. Буду рада. Пока-пока.